Государственное унитарное предприятие «Фармация», Министерство здравоохранения Чувашии на страже здоровья жителей республики с 1924 года. А это без малого 95 лет. Юбилейное мероприятие прошло в Чувашском государственном академическом драматическом театре. Сегодня мы отмечаем 95-летие, и нам есть чем гордиться. Поводов для гордости действительно немало. На протяжении всех 95 лет «Фармация» – синоним надежности. Предприятие не только обеспечивает необходимыми лекарствами населения республики, но и является их поставщиком в медицинские организации Чувашии. Обеспечение льготными лекарствами также в приоритете работы предприятия. Коллектив «Фармации» – большая семья, вырастившая не одно поколение провизоров. Сегодня в аптеках Чувашии трудятся представители 13 династий. Думаю, что наше будущее поколение тоже продолжит по нашим стопам. Постоянство – залог успеха, уверены в «Фармации». Многие работают бок о бок более 40 лет. А здесь работают люди, влюбленные, любящие свою профессию, преданные своему предприятию. У многих моих коллег в трудовой книжке одна единственная запись. Принята в аптеку и на всю жизнь в одном коллективе. Сотрудники «Фармации» пополнили ряды заслуженных работников здравоохранения республики. Были награждены почетными грамотами Государственного совета Чувашской республики. И мне сегодня приятно говорить о том, что действительно благодаря нашему государственному предприятию, благодаря вашему труду мы сегодня держим стабильность лекарственного обеспечения. Опираясь на почти вековой опыт, «Фармация» и в дальнейшем планирует ориентироваться на профессионализм, взаимное уважение и доверие. В планах – открытие музея, посвященного истории развития аптечного дела Чувашской республики.